Тимбеляга? Мне надо срочно увидеть Хюрем Султан. Что такое? Что случилось? Сейчас поздно. Не твое дело! Я кому сказал срочно? Срочно! Ну! Ага, сейчас нельзя. Утром скажешь все, что хотел. О, Всевышний, я теряю терпение! Сейчас же буди госпожу! Назлы! Что происходит? Госпожа, пришел Сумбеляга. Говорит что-то срочное. Госпожа, госпожа. Сюмбюль, что с тобой? Что ты с детьми? Ваши дети в порядке, слава Аллаху. Однако только что я такое увидел, что мне очень срочно нужно было увидеть вас. Сюмбюль, ага, говори немедленно, что случилось. Всем уйти. Паша. Наконец он навлек на себя гнев повелителя. Будь, и оно сбывается. Что ты сказал? Что? Я сейчас видел палачей. Представляете, они уносили его тело. Сюмбеляга, уверен ли ты, что это был Ибрагим Паша? Клянусь, я своими глазами это видел. Ибрагим Паша мертв. Госпожа? Госпожа, я хотела сообщить вам об этом первой, правда. Опередили меня. Это настоящая трагедия. Что произошло? Госпожа, повелитель так пожелал. Как такое могло произойти? Повелитель так доверял Ибрагиму Паше. Он целых 14 лет поручал ему, как своему поверенному, все дела. Верно, странно это. За что его казнили? Да еще так внезапно.
Нам не узнать, что именно случилось. Но очевидно, что наказание он заслужил, иначе повелитель бы такое решение не принял. Он всегда прав. Не пристало нам задавать вопросы. Как бедная Хатиджа Султан это все переживет? Аллах ее поддержит. Ибрагим Паша важный человек. Можно ли лишать жизни такого, как он? Паша был отцу, как родной брат. В государстве нашем множество пашей и беев живет. Один уходит, приходят другие. Аллах милостив будет. Главное, чтобы он хранил вашего отца. Аминь. Аминь. Хюрем! 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 Хатиджа, вы себе только хуже делаете. Хюрем! Хюрем! Подождите меня здесь. Не надо, здесь не место. Госпожа, пусть Аллах дарует вам силы и стойкости. Я соболезную. Это ты убила Ибрагима. Своим враньем. Своим враньем и клеветой. Госпожа, мне понятно ваше горе. Но я не... Будь ты проклята! Господи, не надо! Будь проклят тот день, когда ты приехала во дворец! Ты все растоптала, все уничтожила! Тиджи! Госпожа, поверьте мне, я здесь совсем ни при чем. Повелитель так пожелал. Я знаю, что это ты его убила! Да будешь же ты проклята! Я сама. Но я клянусь, тебе это с рук не сойдет, я тебе обещаю, Хюрем. Я не оставлю тебя в покое, Хюрем. Как я сейчас горю в огне ада, так и ты сгоришь. Ты будешь умолять, чтобы я тебя казнила. Иди в свои покои, Хюрем. Госпожа. Сюмбюляга. Госпожа, а я с Паша великим визирем назначен сегодня. И отныне совет не будет вам противостоять. Я же его предупреждала, Сюмбюль. И не один раз. Правда, Ибрагим Паша предпочел со мной бороться зачем-то. В итоге кто-то из нас должен был проиграть. Проиграл он, а не я, и это хорошо. Рустема Аге уже отправили весть? Пусть приезжает немедленно сюда, во дворец. Отправил, госпожа. Не извольте беспокоиться. Кроме того, супруга шах-султан Лютфи Пашу Бейлербеем Румелии только что назначили. Хорошо. Пусть ему передадут мои поздравления. Кроме того, надо собрать о нем подробные сведения. Разумеется, госпожа.
Госпожа, Аллах, до сих пор в это не верю. Кажется, Ибрагим Паша в любой момент откуда-нибудь появится. Сюмбюль, мы его победили. Мы победили. Я исполняю клятву. Враги мои один за другим платят за то, что сделали со мной. Гарем — это начало. Скоро вам будет подчиняться весь мир. И править вы будете всем миром. Аяс Паша, ты поднялся до самого высокого поста. Аллах, я рада. Повелитель так пожелал, госпожа. Я постараюсь быть достойным его и вас. Аяс Паша будет именно так, я уверена. Мне нужны в совете люди, на которых я могу положиться и довериться. Кто будет меня поддерживать? Поэтому я и позвала тебя сюда на эту беседу. И поэтому Рустем Ага приезжает. Он мне много помогал. И заслужил место в совете. Что ты молчишь? Госпожа, я такие решения не могу принимать. Его назначение в руках повелителя. Ты, как визирь нашего государства, Рустема порекомендуешь. Разумеется, повелитель примет это во внимание. Я обязательно выполню вашу волю. Но разве Рустем Бей подходит, госпожа? Он еще только Санджак Бей. Нельзя стать визирем, не будучи Бейлербеем. Бейлербеем Румели повелитель назначил Лютфи Пашу. Возможно, он считает, что у него достаточный опыт. А я, Паша, ты порекомендуешь его повелителю? У меня нет ни малейших сомнений, что тебе удастся убедить его. Дело в том, что Рустем Бей в совете должен быть очень скоро. Госпожа... А я, Паша, едва вступив в должность, ты уже перечишь мне? Что вы, госпожа, не смею? Ну тогда за дело. Дорогу! Хасыки Хюрем Султан Хазрет Лири! Госпожа? Рустем Ага, скоро Аяс Паша придет. Я все ему рассказала о тебе. Визирем будешь и членом совета. Но сначала я с тобой поговорю. Аллах своей милости да не лишит вас, госпожа. Сюмбюль-ага. Афифа Хатун, завтра начинается священный Рамазан-Байрам. Все приготовления окончены. Не беспокойтесь, госпожа. Все подготовлено. Но грустный будет праздник. Верно. По крайней мере, для нас. Я не хочу веселья во дворце. Не надо никаких громких торжеств. Пока не прошло 40 дней, это будет неуместно. Нам надо уважать Хатидже Султана и ее большое горе. Нужно молиться за нее. Я тоже так думаю, госпожа. Однако народ должен отметить этот праздник, как обычно, самым наилучшим образом. И мы должны сделать все необходимое. Не жалейте денег на торжество. Надо поздравить народ. Но пусть знают друзья и враги, что по предателю не скорбят. Так было и так будет. Афифа Хатун. Слушаю, госпожа. Слухам многих моих врагов ты ведь не веришь? Ибрагим Паша не мной был казнен. Повелитель пожелает, и исчезнет даже гора. Такова его воля. И Паша не уцелел. Махидевран приехала? Хатидже Султан приняла ее. Завтра утром они придут на празднование в Султанский дворец. Аллах ведает, что она сейчас рассказывает. Как настраивает против меня госпожу. Да.
Госпожа, Хюрем Султан пожаловала. Проси. Госпожа, простите, что отвлекаю от разговора. Сядь, Хюрем. Госпожа, я рада вам. Хатидже Султан держится. А тебе спрашивать не стыдно? Госпожа, простите за поздний визит. Ничего, Хюрем. У тебя, должно быть, был веский повод. Госпожа, я велела отменить все развлечения, которые мы подготовили для праздника и на всю неделю. Решила сообщить вам об этом. Хатидже Султан в трауре, и веселиться неуместно. Я поддерживаю. Стоит оповестить об этом служанок и Афифе Хатун. Госпожа, неужели вы тоже думаете о том же, что и она? Ибрагим Паша был казнен, и я тут ни при чем. Повелитель так пожелал. Знаю, Хюрем. Повелитель посчитал это необходимым. Все ясно. Рада это слышать. Как хорошо, что ты приехала, Махидевран. Хорошего байрама тебе и твоему сыну. Как же ядовиты твои уста. Ты испортила всем байрам. А твои уста источают мед. Молись, чтобы он на тебя не попал. Махидевран. Афифа Хатун. Слушаю, госпожа. Бейхан Султан, приглашение отправили, об этом не забыли? Хатидже Султан снова не здоровится. Она проведет весь этот праздник в постели, а Бейхан Султан решила не оставлять ее в одиночестве. Я понимаю. Дорогу! Султан Сулейман Хан Хазретлери! Повелитель, поздравляю вас с праздником. Да дарует Всевышний вашим детям здоровье и долгую жизнь, полную радостей. Аминь, сестра. И тебе хорошего праздника. Здравствуй, Махидевран. Как ты? Молюсь о вашем здоровье, повелитель. Мне повезло увидеть вас утром в день праздника. Да принесет этот праздник вам счастье. Аминь. Повелитель. Поздравляю тебя с праздником, Хюрем. Я вас тоже, повелитель. Аллах да дарует вам долгих лет жизни. Хюрем? Я же тебе говорил. Госпожа. Ты что выдумываешь? А ты опять все забыл. Вот еще. Махидевран.
Когда ты возвращаешься в Манису? Говорят, тебе там живется так спокойно. Я знаю, что ты сделала, Хюрем. Гюлизар была твоей шпионкой, и Шахзаде отравить пыталась она. Мой внук точно умер из-за тебя. Махидевран, ты думаешь, из-за меня все происходит? Мне казалось, что твой внук умер своей смертью от оспы. Его заразила твоя шпионка. Потом Фатьма совершила самоубийство. Но Всевышний от нас не отвернулся. Наложница Мустафы беременна. Поздравляю, это большое счастье. Как ты можешь смотреть людям в глаза после этого? Ибрагима Паши кровь на твоих руках, Хюрем. Как ты можешь быть так спокойна? Махидевран, понятно, что ты очень огорчена. А точнее, ты просто напугана этим. Ведь так? Столько лет тебя защищал и оберегал от всего Ибрагим Паша. Кто следующий на очереди? Мой сын Мустафа? Можно узнать, как ты спишь по ночам? Ты взвалила столько грехов на свою душу. Разве ты не знаешь, что высшая справедливость когда-нибудь восторжествует обязательно? Махидевран, высшая справедливость уже восторжествовала. Ты строишь из себя невинную жертву, но все это — расплата за ваши грехи. Повелитель. Здравствуй, Хюрем. Наконец-то настал Байрам. Ты не хочешь выйти? Немного прогуляться? В городе устроены торжества, может, посмотрим? Позже, Хюрем. Я подумала, это пошло бы тебе на пользу. Я слышала, что приехал Рустамбей. А я с Паша его вызвал. Хочет его визирем сделать. Это хорошая мысль. Рустамбей нам всегда верно служил. Он отважный бей. И дети любят его. Без сомнения, он этого достоин. Я ему вполне доверяю. Но ему еще нужно время, чтобы набраться опыта. Я назначил визирем Лютфи Пашу. И Шах-Хубан останется с нами. Она этого хотела. Дорогу! Да? Госпожа? Да, Хюрем, что такое? Я пришла вас поздравить. Лютфи Паша, оказывается, теперь стал визирем совета. Аллах милостив. Повелитель посчитал его достойным этой должности. Ну, конечно же. Но занимать такой пост – дело очень нелегкое. Если вспомнить хотя бы Ибрагима Пашу и его судьбу, каким печальным был его конец. Не переживай, Хюрем. Лютфи Паша и Ибрагим Паша не похожи. Потому что его жена я. А я на Хатидже не похожа.